D равно DC. И мы знаем, что вот этот вот угол равен этому. Требуется доказать, что BD обязательно биссектриса. Доказать, что BD биссектриса. Угол А и угол С это прямые или? Нет, почему? Они равны. То есть внешний угол при вершине А равен углу при вершине С. Опустите из точки D перпендикуляры на лучи BC и BA. Так. Да, и здесь. Что вы можете сказать про возникшие прямоугольные треугольники? Они конгруентны, потому что у них общая гипотенуза и острый угол. Так? Отлично. А что из этого следует? Я знаю. Давайте говорите. Из этого следует, что эти перпендикуляры равны? Конечно, покажите пальцем. Конечно. Вот этот отрез сохраняется? Конечно. Все. Все. Когда у нас внутри угла есть точка, равноудаленная от стороны угла, значит, она лежит на биссектрисе. Все. Спасибо. Все сделано.